где они не нападают на посетителей клуба и не берут заложников, но шальные пули уже попало несколько человек. Большая часть посетителей покинула клуб. Однако несколько человек все еще находятся внутри. Свидетели говорят, что внутри есть раненые. Перестрелка до сих пор продолжается. Пока она не прекратилась, медицинская бригада не сможет найти по эти здания. Ваша задача задержать преступников, найти и подготовить эвакуацию всех находящихся внутри гражданских лиц, в первую очередь пострадавших. Внутри можно попасть через главный вход из заднего двора. Бармен второй смены нарисовал примерный план здания. Гляните в него и учтите. Всецело пролагаться на эти каракули нельзя. Определитесь с оружием, выберите подход к зданию, действуйте. Я дробовик возьму, тут, по-моему, бронированных целей нету. Еще раз дам. Бинелли новая есть. Бинелли дробь. Итак. Можно газ, кстати, взять. Газ давай возьму. Готов. Это центр. Группа захвата прибыли по адресу Аделаид, дом 127. Посмотри. Да, типа усилки, короче, типа клуб. Привезли аппаратуру. Ну, банды, блядь. Есть там? Не глянь, народ смотрит, стоит. Интересно, что будет, попробуй. Полиция! Бросить оружие! Полиция! Сдавайся! Руки вверх! Вот так оно бывает. Мы провалили задание. Большие города! Захожу, он такой стоит, я думаю, бросит, не бросит, ха, и убил. Я даже на кнопку не стал, надо это секать. Давай еще раз, большие города. Седьмой, это центр. Группа захвата прибыли по адресу Аделаид, дом 127. Сектор 2, первый этаж. Да, оружие теперь. Туда! Где ты, сука, блядь? Сдохнешь, блядь! Да, давай, пиздец. Я тебе не мешаю. Я просто слушала музыку. Я просто слушала музыку, блядь. Рады тебя. Они сошли с ума. Начали стрелять. Я сошла с ума, блядь. Я УЗИ возьму за ушаком, блядь. Раз. Не, дробовик это вообще пиздец, ну нахуй.
Вот это они, конечно, сделали оружие. Седьмой. Это центр. Группы захвата прибыли по адресу Аделаид, дом 127. Полиция, руки вверх! Ложись, держать руки на виду! Руки вверх! Смотри, что. Давай зайдем. Слева чисто. Есть пострадавший. Нужны медики. Понял вас. Медики на подходе. Смотри, где. Я тебе не мешаю. Черт, копы! Полиция! Держи руки! Полиция! Бросить оружие! 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 Вы провалили задание. Возвращайтесь, да? Или спасайте, кого сможете. Все, тут уже ничего не исправишь. Это хуйня. Полиция, руки вверх! А ты вышел, ебать? А то перебьет. Пускай убьет, пускай убьет. Вверх смог. Ладно, иди к нему, пускай. Ко мне. Надо брать им по 5 глушителям обоим. Вот, вот, пускай. У меня проблема! Поделись с нами, урод! Пять вообще маломощный. Че, я сразу сказал противогаз брать. Я, чувак там газ травился, блядь. Самое смешное, я в него стреляю, блядь, с этого, с тазера не попадает что-то. Пиздец вообще. Седьмой, это центр. Группы захвата прибыли по адресу Аделаид. Надо было ему еще это засадить, блядь, еще чего. Сдавайся! Руки вверх, быстро! Давай. Говори мне, что она закрыта. Блять. Открывай. Не говори мне, что она закрыта. О, Господи! Руки вверх! Чисто, заходи. Группа захвата штаба. Полиция, бросить оружие! Блять, да как ты это делаешь, блять? Полиция, ложись! Не видно, блять! Ушел, блять! Руки вверх, быстро! Я... Не стреляйте! Стреляй, стреляй, блядь! У нас задание. Мы провалили задание. Спецназ! Thank you.
Полиция, сдавайся! Руки вверх! Сдавайся! Гражданский тяжело ранен. Пока еще дышит, нужен транспорт. Понял вас. Звоню медикам. Звоним медикам. Полиция, сдавайся! Нигеров постреляли. Полиция, ложись! Руки вверх! Я ебу, прикинь, я такой выглядываю, я думаю, меня не достанут. Он такой как-то, блядь, за угол мне стрельнул, короче. Седьмой, это центр. Группа захвата прибыли по адресу Аделаид, дом 127. МП-5, он, в принципе, самый один из самых пиздатых. Полиция, ложись! Руки вверх! Но он это против бронежилетов не очень хороший, короче. Вообще, я вначале только с ним играл, потому что тут глушители вся хуйня. Есть там хуйня? Заходим, вот. У нас раненые, нужна скорая. Понял вас. Звоню медикам. Блять, меня видели. Их слишком много. Их слишком много, нас двое, не пизди. Заходим внутрь. Блять, так. На колени, Вася! Выполнять! Полиция, бросить оружие! Полиция, бросить оружие! Полиция, бросить оружие! Бросить оружие! Полиция, сдавайся! Полиция, ложись! Что это? Подозреваемый ранен, нужны медики. Руки вверх! Полиция, руки вверх! Руки вверх, быстро! Полиция, ложись! Полиция, руки вверх! Руки вверх! Я в норме. Два минуса сделать успел еще. Модель Сомс какой-то. Бомб. Бигрум, блядь. Ебаный, блядь. Оу-оу-оу. Аккуратно за угол слезу. Руки вверх, быстро! Сдавайся! Так, коридор смотрю. Смотри, сзади тебя какая-то движуха была. По дверям ходил. Надо вот в этот зайти, вот две двери. Прочекай двери, я держу. Это просто зашел. Ну ладно. На помощь! Заходи туда. Аккуратненько. Там опасно место. Полиция, бросить оружие! Повеселись с нами, урод! У меня проблемы! Полиция, бросить оружие! Блять, я не успел, надо. Он оказался быстрее меня. Группа захвата.
Ситуация вышла из-под контроля. Возвращайтесь. Мы провалили задание. А потом неправомерное применение оружия, блядь. Когда первый стреляешь, блядь. Минус 40 очков. Скипарахи. Это война, как вы не понимаете. Здесь нельзя... Война с преступностью. Седьмой. Это центр. Группы захвата прибыли по адресу Аделаид, дом 127. Полиция, ложись! Полиция, сдавайся! Сейчас рот заходим, или посмотришь? Полиция, ложись! У нас раненые, нужна скорая. Вас понял. Медики на подходе. Что-то там за мной. На колени, быстро! Ложись, держать руки на виду! Я просто слушала музыку. Не стреляй! Блядь, ты как так-то, блядь? Возвращайтесь или спасайте кого сможете. Блядь, снайпер ебаный, блядь. Одного снял, а тот с кольта ебашит ланшот. Короче, давай ты первый иди, блядь. Я заебался выдыхать. Меня, блядь, прям в тушку нас. Я еще успел нажать, тоже не попал, короче. Да я не знал, есть. Это центр. Группа захвата прибыли по адресу Аделаид, дом 127. Полиция, бросить оружие! Группа захвата. Блядь, ты говори! А ты все равно в 40 очков. Сдавайся! Да я понимаю, но говорить надо все равно сначала, а потом стрелять. Полиция, бросить оружие! Группа захвата штабу. Преступник мертв. Жду дальнейшей информации. Ну хуй нам на нормальное очко. Вот есть здесь. Ранее. Полиция, ложись! Ты крич... Полиция, руки вверх! Руки вверх! Да я видел, как ты сказал. Сдавайся! Полиция, сдавайся! После захвата. Ситуация вышла из-под контроля. Возвращайтесь. Ты делаешь что? Все. Ты ничего не исправишь. Руки вверх, быстро! Руки вверх! Скажите, что ты скоро кончишь. Только начало. Да я это зашел в меню, блядь, перезапустить. Ай, жесть вообще. Это центр. Да, группа поиграть бы в этот матч какой-нибудь другим игрокам. Сдавайся! Полиция, бросить оружие! Полиция, бросить оружие! Руки вверх, быстро! Полиция, держать руки на виду! Изнасилую. Полиция, ложись! Вот этим аппаратом своим, короче, блядь. Анальный зонт ему устроить, блядь. Вон он бежит. Кто в тюрьмочке живет? На колени! Руки вверх! Выполнять! Руки вверх! Есть раненый, готовьте медиков. Понял вас. Звоню медикам. Здесь тяжело раненый. Пока еще дышит, нужен транспорт. Полиция! Бросить оружие! Полиция! Бросить оружие! Стреляй! Ты крикнул, все, ты крикнул там два раза, короче, один раз. Главное крикнуть, а дальше, если он не бросает... Полиция, сдавайся! Группа захвата штабу. Ложись, держать руки на виду! Понял вас. Продолжайте. Я думаю, он слышит, да сейчас он, блядь, кинет, он, блядь, пошмальнул бы, нахуй. Подходи, короче, я кину, нахуй.
Руки вверх, быстро! Полиция, руки вверх! Полиция, бросить оружие! Руки вверх! Полиция, ложись! Полиция, руки вверх! Сдавайся! Бросить оружие! Минус. Руки вверх, быстро! Батя посрался, блядь. Он так волю сидел так. На колени, руки вверх, выполнять! Полиция, бросить оружие! Полиция, бросить оружие! Руки вверх! Руки вверх, быстро! Полиция, сдавайся! Группа захвата штаба. Минус два сделал. Полиция, ложись! Вас понял. Жду вашего сигнала. Ложись, держать руки штаб на виду! Это группа захвата. Подозреваемый мертв. Вас понял. Жду дальнейшей никак, информации. Отсюда не стреляй. А тот нас опять защищает. Они нас не услышат отсюда, блядь. Но мы все равно кинем гранату. Зайдем в комнату, блядь. Пойдем. Я тебя кину лично, блядь. Лично, блядь. О, пистолет забыл забрать. Цени у них какой-то калаш. Полиция, ложись! Цени калаш с этим с бомбардировщиком. Руки вверх, быстро! Давай ты первый. Тебе везет. Тебе везет побольше, чем мне. Все время ваншот заходит какой-то, блядь, адовый. Открывай. Полиция, руки вверх! Полиция, сдавайся! Это надо, когда это, видишь кого. Полиция, бросить оружие! Группа захвата штабу, преступник мертв. Полиция, сдавайся! Бросить оружие! Полиция, бросить оружие! Там еще один. Я почти вышел на готовку со стрельбы с стазером, блядь. Спасибо. Да, они любят большие. Компенсируют размер, вон в другом месте, блядь. Большие стволы любят. Седьмой. Это центр. Группа захвата прибыли по адресу Аделаид, дом 127. Сдавайся! На колени! Руки вверх! Выполнять! Руки вверх! Быстро! Я на изготовке. Если хочешь, сразу заходим. Там труп лежит. У бабок, кстати. Есть раненый. Готовьте медиков. Понял вас. Медики на подходе. Полиция, ложись! Гражданский тяжело ранен. Пока еще дышит. Нужен есть транспорт. Пострадавший. Нужны понял медики. Вас. Звоню медикам. Давай ты первый. Надо вверх зачистить, потом вниз спуститься, вниз зачистить. Я чекнул уже. Я готов, гранат на изготовке. Бок остановись, открывай. Стреляет. Полиция, бросить оружие! 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 Ложись! Держать руки на виду! Быстро! Полиция, бросить оружие! Руки вверх! Сдавайся! Две гранаты вышло, но всех вроде взяли живыми. Ну и хуй с ним. Это его жизнь, не наш. Гражданский готов к эвакуации. Вас понял.
Транспорт на подходе. Подозреваемый в безопасности. Нужна машина. Понял вас. Продолжайте выполнять задание. Ложись! Держать руки на виду! Руки вверх! Слышал, что говорили. Подозреваемый арестован. Можно увозить. Тут кучно взяли вообще. Оставайтесь на связи. Пойдем. Пойдем снизу зайдем. Давай, ты кинешь гранату. Сдавайся! Здесь вот встань, гранату доставай. Внутрь закинешь, по центр комнаты, там чтобы покрытие побольше. Готов? Затягивай. Полиция, ложись! Сдавайся! Чисто. Полиция, ложись! Вот туда, в центр комнаты, в следующий дверь. Вторую гранату. Готов? Полиция, руки вверх! Быстро! Полиция, сдавайся! Блядь, стрельба! Полиция, бросить оружие! Минус снял. Руки вверх, быстро! Руки вверх, быстро! Бросить оружие! Второго тоже снял. Да не все там были. Еще один идет. Руки вверх! Полиция! Держать руки на виду! Полиция! Руки вверх! Бросает оружие в дверях. Не-не-не, придумал. Полиция! Бросить оружие! Держать руки на виду! На колени! Быстро! Полиция! Бросить оружие! Сука, блядь, я тебя убью, нахуй. Там они. Там не заходи, только там их двое, блядь. Держи дверь. У тебя есть гранаты еще? Гранат полиции. Ладно, забей. Да ладно, там нет никого уже, они уже сбежали. Они убежали. Полиция, ложись! Здесь раненый, иди требуется сюда. Эвакуация. Понял вас. Медики на подходе. Я знаю, куда он убежал. Да вот он, я здесь вышел. Сюда, сюда. Вон там дверь открыта, он, походу, туда убежал. Надо туда кинуть, у тебя есть? Даль, прокинь туда, вглубь комнаты. На колени, руки вверх, выполнять! Полиция, сдавайся! Полиция, ложись! Руки вверх! Полиция, держать руки на виду! На колени, руки вверх, выполнять! Руки вверх! Что? У нас раненые, нужна скорая. Полиция, руки вверх! Вон тут дверь посмотри. Бы 4 газа брать. Не один газ. Гранаты достанем. Я последнюю давай дымоуху выкину с вами. Отойди с прострела. Открывай. Сдавайся! Полиция, сдавайся! Полиция, руки вверх! Быстро! Руки вверх! Стреляют, суки. Полиция, ложись! Полиция, бросить оружие! Полиция, бросить оружие! Полиция, сдавайся! Руки вверх, быстро! Че ты его не брало, я не знаю. Полиция, держать руки на виду! Прикинь, баба, так я вхожу. Такая баба, короче, я стрельнул, и такие пули прям рядом с ним прошла, короче. И че там повезло, она реально... Руки вверх! Есть раненый, готов к штаб, это группа захвата. Подозреваемый мертв. Сдавайся! Преступник арестован, забирайте. Понял вас. Продолжайте выполнять задание. Вроде оружие не забрал. Ложись! Гражданский у нас, нужна машина. Я ни в чем не виноват. Вас понял. Транспорт на подходе. И насосала, блядь. Открой это. Не, проверь эту дверь. Граната заканчивается, плохо. Надо больше брать. Что можно обойти или как снимем ее. Да? У меня. Что у меня за граната? Это домовая?
А, это значит это как его, жало. Ну давай, я кину жало туда, вот отсюда. Или... Как они сидят? Вот так вот, я буду безопасен. А, ну там за столой старайся снять, короче, понял? А все стенки. Подожди, подожди, отойди, так встань, так, чтобы тебя не задело, а мне здесь не заденет. Давай, открывай. Полиция, бросить оружие! Руки вверх! Ложись! Руки вверх! Полиция, бросить оружие! Руки вверх, быстро! Группа захвата штаба. Подозреваемый мертв. Сдались, суки, да? Полиция, сдавайся! Группа захвата штабу. Подозреваемый убит в перестрелке. Вас понял. Жду вашего сигнала. Это какие-то эти, как его... Ложись! Держать руки на виду! Гранат больше нет. Цени, глянь, какой-то рэпер, типа. К. Райли. Тут газ нужен был, их не задело жалом. Они слишком это, в укрытии не сидели. А это дверь, вот эта вот. Ага, понял. Руки вверх, быстро! Блять, давай зачистимся хаты, а потом будем вязать. Вот эту дверь надо, вот эту дверь проверим по этому, по часовой стрелке. Вот эту проверь. Ну давай, ты стань... ты стань слева двери, так чтобы тебя в угол видно было, вон там, слева, да. Откроешь мне дверь, я его сниму. Да. Они здесь! Не снял. Он спрятался за белую хуйню вот эту большую. Полиция, бросить оружие! Полиция, бросить оружие! Полиция, бросить оружие! Полиция, бросить оружие! Сдавайся! Бандит ебаный. Бандит он. Ложись! Держать руки на виду! Руки вверх, быстро! Штаб, все это группа захвата. Преступник убит. Полиция! Вас держать руки на виду! Гражданский тяжело ранен. Пока еще дышит. Нужен транспорт. Понял вас. Звоню медикам. Иисус у него за задним плане. Любит Иисуса, падла. Вот эту дверь надо проверить. Парил иксит. Назад надо. Там тупик же. Больше ничего нет. Да, надо было больше домового брать. И тебе надо было, наверное, брать тоже, блять. По более этого дела. Это точка входа вторая. Кстати, я не знаю, как точки входа менять. Заходи внутрь. Полиция, ложись! Тут чисто. Вот там туалет кровавый какой-то. Иди сюда, чувак, ко мне. Там нету никого, я чекнул уже. Можешь выходить, если что. А я вижу то, что ты видишь. Вот это давай. Вот это вот. Нет, назад. Вот это. Открываем и вперед. Штаб, это группа захвата. Группа захвата штабу. Подозреваемый ликвидирован. А, ну это потом были. Давай дальше пошли.
тут все открыто, блядь, это плохо. Смотри. Руки вверх, быстро! Давай зайдем в два рыла. Полиция, сдавайся! Полиция, руки вверх! Все на колени! Полиция, руки вверх! Ложись, держать руки на виду! Пойдем дальше чистить. Это все в дырках, нахуй. Ну, нам, наверное, нет смысла смотреть, у нас все равно гранат нет. На колени, быстро! Полиция, сдавайся! Руки вверх, быстро! Ну, теперь надо искать, где мы не обыскали еще. Руки вверх, быстро! Полиция, держать руки на виду! Все на колени! Полиция, ложись! Блять, опять непокорная баба какая-то. Я ведь, блядь, че пирсинг себе замутила, сука, блядь. Ей прям нос попал, прям можно увозить. Зачем вы меня задержали? Я думала, вы нас спасете? Не оставляйте меня тут! Сильно любопытная, блядь. Что полиция, ложись! Задание выполнено. Прекрасно, парни. Возвращаемся для доклада. Еще один доклад. Ложись, один... держать руки на виду! Я себе забрал два ствола. Точно. Полиция, сдавайся! Можно поискать, желаем. Руки вверх! Полиция, руки вверх! Штаб, а это вот группа захвата. Забыл тот, которого убил. Сдавайся! Понял вас. И автомат у него. Далее. Ладно. Опять. Я так понял, за каждое неоправданное применение, когда ты не кричишь, 10 очков. Смотри, видишь, 3 неоправданных применения у нас. Минус 30. Да нет. Да нет, она... Но было дело. Было дело. Ну, в этом суть геймплея, по сути. Ну, давай, ладно, прошли, считай.